Сюжет основан на подлинных письмах с фронтов Второй мировой войны, которые хранятся в фондах Ставропольского музея-заповедника имени Григория Николаевича Прозрителева и Григория Константиновича Права. Письмо. Ой, слава тебе, Господи. От сына. Слава тебе, давай. Господи. Подай мне очки. О, Господи. Читает. Ой, родной мой. Сыночка. Давай. Моя деточка. Давай. Ой, дорогие мои родители. Я знаю и представляю, как сейчас вы убиваетесь о нас. Но представьте, дорогие, что война требует этого. Немца нужно убить, иначе он нас убьет. Мне пришлось пройти вот все огни и ужасы за страдания наших стил. И недаром награжден правительством орденом Красной Звезды и удостоен звания гвардейца. Че ты? А? Ну? Почитай один сам. Да? Удостоен звания гвардейца. Как мне хочется сейчас на вас всех посмотреть и расцеловать. Сколько бы было радостей, рассказов и воспоминаний. Я даже не могу представить и пером описать той радости, что могу написать вам письмо. О себе писать особо нечего. Выполняю долг перед Родиной. Слава Богу, жив. Слава тебе, Господи. Фух. Отец, будем ждать.